Умные сервисы для ЖКХ, образование будущего, развитие цифровой транспортной инфраструктуры. В областном центре дан старт Всероссийскому форуму «Проф-IT-2019». В течение 2 дней на его площадках будут представлены лучшие проекты, которые должны принести реальную пользу в самых разных сферах жизни россиян. Правительство Белгородской области на IT-отрасль делает ставку как на самую динамично развивающуюся, с максимальной добавленной стоимостью на интеллектуальный продукт. Поэтому выбор нашего региона в качестве принимающей стороны значимый факт. Заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова на торжественном открытии форума отметила, что посмотреть чужие наработки не менее полезно, чем предложить свои. Мы понимаем, что сегодня будут представлены, за сегодня и завтра будут представлены уникальные решения в различных отраслях, социальной сферы, прежде всего, на экономике субъектов Российской Федерации. Надеемся на то, что прежде всего эта площадка продолжит оставаться площадкой по обмену опытом. И те решения, которые есть в ваших субъектах, они позволят нам сориентироваться на новые какие-то движения.